Зараз ще одна загроза існує навколо Каховської ГЕС. Росіяни замінували дамбу. За словами президента України, вони планують історичну катастрофу. Зараз уряд звернувся до міжнародних організацій з проханням організувати міжнародну моніторингову місію на Каховській ГЕС. Як думаєте, чи вдасться все-таки Росія до такого терористичного акту? І якщо вдасться, це якийсь крок відчаю? Що це? Щось показати світу, щось доказати? Вы имеете в виду какие-то планы касательно подрыва Каховской, да? А да. Я правильно? Да. Ну, об этом уже несколько дней говорят. Это похоже больше на какие-то спекуляции, чем на то, что может на самом деле состояться, поскольку и вы это хорошо знаете, и руководство Украины это хорошо знает, и на Западе. В случае вот такого, значит, акта будет затоплена левобережная часть, а не правобережная. То есть Херсон пострадает очень-очень, ну, немного. Да? И я там был 2 раза в Херсоне, когда я жил в Киеве. Поэтому я примерно представляю. То есть левый берег – это почти равнинный. Там немало населенных пунктов. Вот он пострадает. То есть, в общем-то, они смоют свою же армию, которая сейчас оставляет правый берег и перебирается на левый. Ну, вместе с гражданским населением. Смысл это делать, ну, я не знаю, какой в этом смысл. То есть я не вижу вообще, да, в этом. Это точно так же, как смысл, ну, хотя здесь есть смысл в эвакуации, так называемой эвакуации гражданского населения из Херсона, поскольку здесь главная задача у российских войск состоит, по-моему, лишь в одном, чтобы прикрываться гражданским населением во время своей эвакуации из Херсона, чтобы ВСУ не атаковали вот эти паромы и всякие переправы, которые использует российская армия. То есть смешанно они могут эвакуировать достаточно большое количество своих войск вместе с гражданским населением. Вот это единственная, ну, как бы, причина, почему вот это все это делается. Да? Другой причины лично я не вижу. Так что насчет Каховской ГЭС, это вообще какая-то странная история. Да? Зачем ее взрывать? Потому что это затопят они свои войска, и что, так сказать. Да? Более того, прекратится, насколько я знаю, прекратится подача воды в Крым. Это вообще, так сказать, да, нонсенс.